Всем привет! С вами капитан Ваня. Сегодня случилось обновление троллейбуса. Это АКСМ 101ПС. В нем заменили сидушки, а также добавили несколько перекрасок и скриптов. И опять же вернули вот эту дурацкую систему. Называется она «Ставь штанги». Вот я сколько уже раз ставлю, если вы помните выпуск про Зилу 682В013, вы поймете, что там мне очень было трудно ставить. И про КСМ 333. Вот видите, вот как без матов. Без матов никак. Вот второй раз уже влетает эта штанга. О, наконец-то вы уже поставили. Сейчас надо... закрылась ты. Я не знаю, где это. Все. Сейчас мы... Так, второй маршрут, а тут что? Посадки нет. Техпомощь. За рулем стажер. Кривозерье, стадион Пенза. Кривозерье, стадион Пенза. И тут тоже должна быть двойка. Надо обязательно открыть сзади вот тут вот это люк. Кстати, послушаем, как он открывается, закрывается. Нету. Звуки чуть-чуть другие по сравнению. Опустить штангу. Управление. Thank you.
Тут шпавлі тролейбус. Можете мені сказати, як Акашенко шпавлять? Я не можу. Почекай. Скажи. Можете мені сказати? Чорт. Чому я тільки можу спамити тролейбус Жю і Лас? Чому? Лучше напиши в чат. Що? Напиши в чат лучше. Що? Напиши в чат. Голосовом чаті. А що? Ну напиши в чат, ты что, глухой? Я с тобой не общаюсь. Я ж знаю, как здесь чат. А что нам надо, блин? Из-за тебя я слетел. Из-за тебя я слетел. Ты! Вот из-за тебя я слетел. А если бы ты писал, я бы не слетел. Причем слетели оба штанги. Плюс я еще и снимаю. То есть зрители я, увидят неадекватно. Не русь, я не могу. Я не умею. Вруша. Вруша. Спросил этих. Они тебе ответят. В чате голосовом тебе никто не скажет. Я уверяю. Исполни все, что хочешь. Сэм, ты получишь потом. Когда получу Акашем? Когда ты будешь великим водителем VIP. А как сделать великим водителем? Ну, подай заявку ВКонтакте на VIP или на Хелпера. Я помню, FS-проект или тролейбус? FS-проект. Блядь, я не разговариваю с ним. FS-проект. Да? Мне будет. Ладно, но где? Удалите игру нахуй. Вы сам дьявольская серия. Ну ладно, ребят, простите за матюки. Но это так оно и есть. Это так оно и есть. Потому что раньше можно было... Были времена, когда штанги ставили полностью. Это было так удобно. Вообще, вы можете мне сказать? Я тогда так не делал. Еще мне сказали Дима. Не доставал бы, не поставил. Очень.
хорошо пішло. А как этот водитель будет? Осторожно! Стоять! Чё ты сострял? Стрельки. Сейчас, Севим, я должен поехать. Чёрт. Это всё из-за предыдущего водителя достало. И еле-еле запустил этот новый троллейбас. Кстати, чтобы у тебя было так же, ты просто на два раза клацаешь на АКСМ, и у тебя... Нет, ты отнимаешь галочку, там плюсик там, и должен появиться тоже АКСМ. Вроде бы, мне кажется, у тебя должен появиться АКСМ. Вот ты этот хочешь АКСМ, вот этот хочешь АКСМ или новый? Я хочу на вот этом троллейбусе покататься. О, а него доступ не тут. Давай, в общем-то, сделаем так. Ты будешь водителем, а я буду помощником. А ты, я сейчас тебе доступ дам. Хорошо. И передай привет подписчикам, кстати. Ты же у нас коллега. Всем привет. Угу. Сейчас я найду тебя. Легко найти. Давай добавим. И добавишь меня в друзья, потому что вдруг ты будешь помогать мне в фильмах. Побег из метро и другие. Если Морика не будет, например. А как? Я тебе коллекцию скину. На коллекцию? Я сейчас в троллейбус сяду в салоне, поеду. Я в салоне поехал. Блин, звуки как в N013, скажи. Но я в жизни не катался на таком отлично. Я только на зимушках катался и на лазиках. И на Шкоде 14R. Да мы на сегодня не умеем менять, я все равно не узнал голову. Да не важно, главное, что мы и на троллейбусе едем. И не сходим со штанг, то штанги могут слететь. А как друзей надо применять? Что? Теперь. Я хочу, чтобы я был друзей тебе. Я сейчас тебя добавлю за кадром. Как только мы на троллейбусе. Нет, я хочу быть твоё друзей. Нет, я тебя добавлю, только за кадром. Как только я сниму это видео, так сразу и будет. Просто новый троллейбус, он на новом... Ну хорошо, хорошо. Если что, я забыл, как включить. Я играю в метро, и я вообще забыл. А ничего страшного. Ладно. Метро не обязательно будет иметь метрострой. Там могут иметь поезда, железнодорожные, троллейбусы, электробусы, автобусы, трамваи. Многое другое. Такси, машины, ну, в общем, ты понял. Все же как есть, так и есть.
это его отец. Да? А я, по-моему, на этой карте на картошку катался. По-моему, это не встретил. А там, по-моему, прямо. Дорожка. Да, здесь плохие дороги, это мы уже знаем. Я вообще знаю, что здесь плохие дороги. Но только на рандовых серверах. А здесь на уран. Здесь ты можешь спокойно водить ролику без всяких проблем. Друзья, вы не подскажете? Это так HM водить. Это надо на рандовый сервер зайти и найти водителя-инструктора или админа. Но ранг? Да, но ранг это тот самый сервер, где ты можешь спокойно... Да, я думаю, что только метр открой. И не только, троллейбас и квест тоже только не подписан. А так это на уран. Я подпишу на аддон. Я понял. А я нет. Но у меня троллейбусы прогруженные. Я решил от третьего лица, потому что я не снимал видео от третьего лица. Я только от первого снимал. У тебя канал есть? На кнопку нажми и будет тебе вид от третьего лица. Раньше он у меня были от зеркала, а сейчас я не знаю. Я знаю. Да, вот если бы это был бы 92-й год по фильму, то этот троллейбус бы еще обкатывали. А так как у нас 2021, то он уже как бы ездит. Я же не помню, в каком году его добавили. Ну, создали, вернее. Я включил и я нормально троллейбус. Друзья, вы не подскажете, что делать, если некоторые объекты розовые, черные, с квадратиками и эрорные буквы? Или скачай карту, или скачай CSS-контент. Ну, это CSS-контент, это объект, который позволяет тебе смотреть на не CSS, а это специальный... Спасибо. Да нет. Ну, мне пора выходить. У меня как бы смена закончилась. А, нет, здесь нету пассажиров, едем на следующий. Здесь нету пассажиров, это техническая остановка. Я забыл. Здесь же техническая остановка. Я же туплю. Ага. Блин, этот троллейбус обновили, скажи. О, а вот тут мне надо уже выходить. Мне надо выходить. Ребят, на сегодня все. Покатались мы на таком троллейбусе. А здесь есть какие-нибудь тесты? Только на ранговых. И попрощайся с подписчиками.